этой игре. Помогают. Тренер главный. Да-да, это он пошел. Опасно. Удар по воротам. С красной карточкой затянулась пауза. Сейчас с голом все-таки Иванилсон. Дембан. Забивавший в двух турах подряд. Ворота Бенфики. Ворота Эштурила. Диас. Заброс в штрафную площадь. Порту. Вера. Хороший пас в штрафную площадь. Должен. У него повреждения мышечные и далеко в календарь, потому что со всеми тяжело играть Белененсу Шоу. Вьера, передача в центр с голами, тем более, что отреагировав на удаление. Луис Диас, Францишко, Серхио и Родриго играют в футбол. Ну, а это уже победа. Порту даже сейчас, наверное, об этом можно говорить. Порту практически не играет. У него, говорят, есть 4-1. 4-1. Эванилсон делает сегодня хет-трик. На ближнюю штангу был подан мяч. Увеличила отрыв. Но, тем не менее, вся борьба еще впереди. Еще неизвестно, кто может. Может, еще кто-то в эту португальские коллеги. Если бы не был так быстро разыгран угловой, они бы, наверное, вот эту минуту от Порту. Если мы с вами ожидали неудачного матча по результату с Фумальканом с начала этого сезона. Так, неожиданно. Бригады арбитров. Посмотрим, как будет действовать Порту в возрасте в 26 лет. В составе Белененсиша он, правда, сыграл всего лишь. И штрафной никого нет. Даже если бы играли в равных составах, может быть, и ту, и Атлетику тут перед началом группового.